На этой неделе завершается прием заявок на поэтический конкурс. Однако сами писатели ни о каком конкурсе и не слышали. Проводится он в память об известном русском поэте Николае Рубцове. Те редкие сообщения, что появились в интернете еще 3 месяца назад, в дальнейшем организаторы информационно не поддержали. А само объявление от Дома работников искусств и вовсе анекдотично. Культурное забвение поэтов обсудим в программе «Прямая речь». Гостем студии станет поэт и музыкант Василий Уриевский. Не пропустите. Сегодня сразу после вечернего выпуска новостей в 20:20.